Так, вот Юпитер. Ой, Юпитер, Сатурн, конечно. Сползаем сверху в кадр. 31 июля 2021 год, Харьков. 3:57 по Киеву в Харькове. Отдаю себе отчет в том, что совершенно мутно, темно. Виден Сатурн. То есть это где-то так на экране. На большом экране это еще можно будет увидеть. На экране телефончика это, конечно, не увидишь. Но в окуляре я вижу четко кольца. Прекрасно вижу. Ох, не будет это видно. Ну хорошо. Оставим это людям с большими экранами, мониторами. Дай Сатурна 1 336 000 000 км. Поехали на Юпитер. Его точно будет видно. А там сейчас красота со спутниками. Ну, наверное, так. Юпитер 609 миллионов километров до него. И слева дуплет спутников Европа Ио. Европа выше, Ио ниже. Спасибо Диксе, что есть у меня. Ёлки, ну я не знаю, очень хочется, чтобы это было видно на экране. Я сам хочу посмотреть. Ну вот Европа и Ио вертикально друг над другом находятся. И замыкает шествие Ганимед. А где Каллисто? Каллисто у нас. Редкий случай, впереди Юпитера сейчас. По ходу движения ждем. Ну что мы ждем, где он? Ой-ой-ой. Мимо кассы. Нет, не вижу я Каллисто даже в окуляр. Ну, давай выдержку уменьшим. Смотрим на полосы. Ёлки-моталки. Да, мой восторг, конечно, не передается. Потому как на экране это будет выглядеть гораздо
тусклее. И никаких пятен больших красных не будет видно. Их и сейчас не было видно, но... Ой, пошли на Луну посмотрим. Вот там уж точно все будет четко видно. Надо с нашей красавицы каждый дубль начинать. Ты посмотри, какая прелесть. Селена. Кстати. Да, в комментариях написали Селена. Этот термин, я не знаю, с научной фантастики последний раз. Я помню, когда употреблялся. Селена. Луна ликая. На опережение сыграем. Выдержка 1 к 100 и 125. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Нет у меня никакого телескопа, ребятки, девчатки. Красавица ты наша. Так, хорошо, не будем затягивать дубль. Следующий дубль, значит, уже третий, по-моему. Следующий дубль начнем с Луны. Ой, не видно. Ну вот там уже рассвет. Хорошо. По Киеву, Харькове. Уже 31 июля 2021 год. Дубль третий.